Добрый день. Сейчас мы с вами рассмотрим возможности платформы Viseology при миграции с BI ClickSense. Платформа Viseology встречает нас с рабочими областями. Рабочая область представляет из себя то пространство, где мы можем создавать дашборды, либо наборы данных. Рабочую область можно ограничить, настроить доступ как к конкретному пользователю, так и к группе пользователей согласно ролевой модели. Для начала давайте посмотрим, как выглядело наше приложение в системе ClickSense. Как вы можете видеть, здесь у нас присутствуют фильтры, столбчатая диаграмма, горизонтальная диаграмма, прямая таблица и фильтры по измерениям. При миграции были некоторые сложности. А именно то, что в системе Viseology отсутствует как таковой конструктор для сводных и прямых таблиц, которые есть в ClickSense. Давайте также рассмотрим модель данных, которая была в системе ClickSense. Как вы можете видеть, тут есть связи один ко многим, многие к одному и многие ко многим. На данный момент в системе Viseology отсутствует связь многие ко многим. Вернемся же в систему Viseology. Посмотрим, как была построена модель данных в этой системе. Были некоторые сложности по построению модели данных. Так как в Viseology отсутствует связь многие ко многим, некоторые таблицы приходилось соединять для того, чтобы можно было фильтровать данные. Строить расчетные показатели. Так как особенность системы на данный момент позволяет строить модель данных только звезда и созвездие. Снежинка должна появиться, согласно родмапу, в текущем году. Посмотрим поближе сам дашборд. Дашборд представляет из себя следующие виджеты. У нас есть фильтры, столбчатая диаграмма, горизонтальная диаграмма и сводная таблица. Мы можем фильтровать наши данные. Все виджеты автоматически перерисовываются. Также при миграции с платформы ClickSense у Viseology есть следующая проблема, а именно отсутствие сортировки по отдельному полю. Вы можете видеть, что по оси X у нас отсутствует сортировка. И первое значение это у нас один год, второе это один месяц и так далее. На данный момент в коробке Viseology присутствуют следующие виджеты. Это у нас горизонтальная линеечная диаграмма, столбчатая диаграмма, комбо-график, круговая диаграмма, фильтр, фильтр по датам, сводная и прямая таблицы, картинка, изображение, текст и можно создавать кастомный виджет. Кастомные виджеты можно создавать, используя библиотеку HiCharts. Меры создаются в системе Viseology на основе языка DAX. На данный момент не все функции DAX полноценно добавлены в систему, но согласно родмапу в 2024 году многие функции должны быть добавлены. В системе также присутствуют темы. Мы можем выбрать как системную, так и энергию Viseology, либо импортировать какую-то свою на основе JSON файла. Данные, которые мы можем подгружать в нашу модель данных, это JDBC, файл CSV и книга Excel. Мы рассмотрели с вами возможности платформы Viseology на основе миграции с BI-платформы ClickSense. Спасибо за внимание.